А в штате Кентукки продуктовый банк «Божья кладовая» будет все лето кормить детей бесплатными обедами, сообщает корреспондент ТБН. Многие дети школьного возраста, которые получают обеды бесплатные или по льготным ценам в течение учебного года, не могут нормально питаться, когда школа закрывается на каникулы, говорит Мариан Гуин, исполнительный директор продуктового банка «Божья кладовая». Сотрудничество с программой Министерства сельского хозяйства США «Летнее продуктовое обслуживание» поможет христианам улучшить качество благотворительных обедов для детей. В 6 детских кафе штата Кентукки дети до 18 лет в течение лета будут ежедневно получать бесплатную полезную еду. При обслуживании детей не будет допущена никакая дискриминация по расовым, национальным, половым и физическим признакам. Школа может уйти на каникулы, а чувства голода нет. Мы готовы трудиться каждый день, чтобы дети улыбались. Ни один ребенок не останется голодным, мы обещаем, говорят сотрудники банка продуктов «Божья кладовая».